блистают на сцене, дарят улыбки и чувствуют себя на высоте. К этому дню участники конкурса «Я модель» готовились всего месяц. Позировали фотографам, изучали модные стили и основы подиумного шага. Этого короткого срока оказалось достаточно, чтобы приблизиться к мечте и продемонстрировать жюри свои профессиональные навыки. Мы их готовили целый месяц. Они менялись как внутренне, так и внешне. Они учились, они старались. У каждого, каждый ребенок, он по-своему очень интересен, красив. И я думаю, что на этом конкурсе все уже победители. Организаторы конкурса объехали 42 города Челябинской области и отобрали, по их мнению, лучших участников в возрасте от 4 до 18 лет. Я мечтаю стать моделью и хочу ей стать, потому что это нужно выступать перед людьми, учиться чему-то новому. Научились ходить, красиво разговаривать, позировать. Стоять на подиуме. Некоторые приемы изучил, которые нужны, чтобы, ну, красиво себя подать. До этого конкурса вы как-то даже не смотрела никакие ни показы модельства, ничего такого. Вообще, вот даже не знала, что такое модель, можно сказать. Но когда вот пришла на конкурс, когда вот мне папа сказал, сообщил об этом, ну, как кардинально изменило мое представление об этом всем. Ну, это опыт, нарабатывается опыт и просто участие. Я повеселилась, узнала много новых людей. В составе жюри только значимые персоны фэшн-индустрии. Промоутер Елена Шерипова, модель и дизайнер Александр Михайлов, а также звездный стилист Сергей Зверев. Ну, весь мир, он ищет индивидуальность. Весь мир, что в моде, что в музыке, все в поисках чего-то нового, интересного, в поисках новой красоты. Я думаю, что этот конкурс будет трендсеттером, наверное, так хочется верить. Вот если конкурсов будет больше, это же огромный стимул детей заниматься спортом, физкультурой. Потому что чтобы дети не привыкали там, к нездоровому образу жизни, им надо какой-то стимул. Они сейчас увидят деток, которые развиваются, умные. Читают стихи, поют песни, там они какие-то сценки придумают. Стимул, чтобы не поправляться, быть в хорошей форме, особенно, подчеркиваю, девочки. Это колоссальный опыт возможности показать себя, колоссальный опыт коммуникации. Ведь дети все разные, из разных городов, колоссальный опыт общения. И, вы знаете, по своему опыту организации мероприятий такого уровня, я знаю, что многие становятся дружны. И у многих эта дружба сохраняется на протяжении многих лет, поэтому в любом случае участвовать надо. Что касается поисков талантов, все, что касается продвижения талантов, это всегда прекрасно, потому что мы находим новые имена, мы находим новые какие-то... Ну, тенденции, может быть, тренды, как бы. И это и есть некое развитие, что ли. Это и есть некая эволюция, потому что, ну, всегда нужны новые имена. Победителей конкурса и ценных призов оказалось не меньше, чем положительных эмоций. Лучшие участники каждой возрастной группы получили право выйти на подиум Московской недели моды «Эстет» и Mercedes-Benz Fashion Week, а также возможность поработать с известными столичными фотографами.